Проверить знания законов и конституции можно и дома, и в любом многофункциональном центре. Бесплатно, без талонов. Просто прийти в МФЦ и воспользоваться компьютером. Для того, чтобы ответить на 40 вопросов, дан один час. После прохождения теста можно заказать сертификат. Будет проходить 7-й всероссийский юридический диктант. Прохождение диктанта запланировано в два этапа. Первый этап. С 27 ноября по 1 декабря диктант могут пройти школьники и студенты колледжей. С 3 по 12 декабря состоится второй этап диктанта. Его смогут пройти все желающие. Предусмотрены два уровня сложности – базовый и профессиональный. У кого нет возможности пройти диктант и нет своего персонального компьютера в домашних условиях, может обратиться к нам в МФЦ, где сотрудники окажут всю необходимую помощь. Написать юрдиктант можно на 6 языках – русском, китайском, английском, арабском, испанском и португальском. Кроме того, в диктант будут включены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. В прошлом году диктант написали 237 тысяч человек по всей стране. Виктория Чиркова, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ.